Ну что, мы с тобой продолжаем продолжать. А видишь, зла, давай. Бегим, со мной бегим. Все уже давно игру прошли, я такой. Эта рукоятка старая и видная. Она готова треснуть в данный момент. Надеюсь, не сломается другая, какая у нас есть только на втором. Шары сражаются. Террор, блядь. Открой нахуй. Разборки, блядь. Надо. Стоило-то выебываться. Если я даже с хламом, больше у меня выходит детали, чем покупать. Пиздец, это бред какой-то. В чем вещь? Выживать в том, что ценники у вас от Холмса. Так, я вас слышу. Серьезно? Ебаный в рот, понятно. И все эти рукоятки с собой носят. Чё рыба дохла, он там плавает и пердит, что выглядит не очень-то надежно. Не хочу стать рыбьим кормом. Да ёбаный ты брат. Так, и вся.
дружище. Смотри, белые на постоянно. Вот это я понимаю. Надо выбираться! Блядь!
поинтереснее просто файтер. Что мы убегаем, что-то стреляем, быстро действуем, пытаемся понять. Круто! Само собой. Я не продал эти все штуки, которые можно было бы оценить. Мне так кажется. Не разобрался бы. Все это инвестиции. Счастливо. А что есть?
мать Эмиранда привела мне 5 людей из деревни. Все как я просил. Я усыпил какой-то жидкостью. Кто положил каду. Теперь я жду, когда каду вырастет живут. 12 сентября пасмурно. 4 людей из деревни умерли сегодня утром. Один почти оборотень. Я отправил его в свою лабораторию на горе. Опять удачу. Матери нужны сильные помощи. Но я не могу их сделать. Нужно решить. Деревья даже. В принципе, я, наверное, могу его так поставить. Сделать быстрый доступ. Один сучок просто распадается. Thank you.
Как это глупо, блядь. Да не выйти. Серьезно? Опасная дрянь. Все патроны просрал, потому что как жил, так и помер. Уродец. Выход прямо по курсу. Матерь Миранда дала мне колбу с розой. Меня никто не любит. Я дал. Я думал, что мне ее не дадут. Но Гейзенберг сказал, почему каждый получил часть розы. Все должны прийти на церемонию. Но матерь, похоже, все равно. Матерь сказал, что роза оболочка. Оболочка позволит матери оживить настоящую дочь. Хотя она давным-давно умерла. Но если матерь это сделает, что станет со мной? Я не ее настоящий сын. Она бросит меня. Нет, я этого не хочу. Он же прям вперёд этот плевал. Зря я в тебе сомневался. Кто ты? Да брось. Мы же с тобой знакомы. Хотя это не важно. Ты последний мудозвон на моем пути, да? Ты боевой мужик, этого не отнять. Но интересно, что ты будешь делать с этими колбами? Ты на что-то намекаешь? Я могу тебе помочь. А, подружиться пытаешься? Не выделывайся. Я б тебя убил, но ты мне нужен. Здесь неподалеку от деревни есть крепость. Сходи, забери колбу. Справишься, так и быть помогу. Сперва иди назад к кладбищу. Вот
Вот ублюдок. Козёл. Оно живое? Чё, я не могу её? Сейчас я пистолет взял рукоятку лучше. И вот.
нихуя ты не верю. Смотри, револьвер. Так, мать Миранда подарила мне гору. Теперь я сделаю много-много экспериментов с году. Это моя тайная лаборатория. Сегодня я провел 3 эксперимента с году. Но все трое сделали будущее. И все испачкали.
Я уже делал каду, а потом попытался ввести волчью кровь из шприца в позвоночник. Человек сильно дергался, а потом убил моего ассистента. Я не мог его удержать. Посадил в клинику. Теперь бьется его. Понятно, это не оборотни, это мутанты. Получается флешлайт. Флешки в него не погоды. С места.
где-то курица. Там всеми пишется. Так, ну мы сейчас еще сходим к этому герцогу. И как вот торговый? Да, мы можем сейчас сплавать. А, мы, наверное, можем вернуться в Оди, в Интересное. И там... Thank you.
Мину не взял. Нет, еще что-то не взял. Где-нибудь, блядь, какой-нибудь кристалл есть. Да? Проебал кто-нибудь кристалл. Блять, я назад уже не вернулся. Хуёво.
А, нет. Отмычка вот этого, да? Под ногами. Да. Я думал, где-то уже кристалл простал. Все. Так что давай, круто все.